Итак, прошли практически, ну, не сутки, но часов 12, наверное, сейчас будем доставать, получилось или нет. Сейчас все увидим. Так, первое, что я вижу, силикон пристал к опалубке моей. А, нет, вот с одной стороны он пристал. Я надеюсь, потом вымыться. Ну, хорошо, что она бумажная, поэтому занимать не так сложно, тем более поверхность такая гладенькая, знаете, у коробочек вот они бывают матовая такая и гладенькая, вот она от гладенькая все-таки отстаёт, я думала, не будет отступать. Так, ну здесь все нормально, с этой стороны не просвечен, но я имею в виду, что дырки нет, а с этой вот немного мы видим поверхность. Здесь клей я убираю и убираю вот часть силикона, чтобы была возможность заливать, то есть я прям выстригаю. У меня уже опыт небольшой есть, поэтому вот так вот выстригаю форму, чтобы была возможность заливки. И таким образом еще здесь нужно извлечь саму змейку. То есть низ у нас будет заливаться, мы заливать мы будем снизу. Голова у нас будет внизу. В принципе, я думаю, это будет нормально, удобно, довольно-таки. Так. То есть, по сути, выстригаем сердечко. Лучше все детали мелкие сразу убрать. Ну, всякие загогулинки, чтобы они не мешались впоследствии. И не раздражали, так скажем. Подстригаем до ровности форму. Вот здесь еще кусочек остался. У меня кофе. Кофе. Ну, утро даже без кофе. Я вчера еще хотела раскрыть, но я забыла. Несколько раз пыталась подойти к ним, но это к лучшему. 8-10 часов написано, поэтому хорошо. Так, и вот таким вот движением, как и обычно, мы извлекаем из формы, да, мыло. Также сейчас извлечем. И вот смотрите, чудо, что змейка, она ничего с ней не произошло. Оставим как образец. Вот такая форма получилась. Я ее намою. И чуть позже попробую залить. Также мне нужно освободить пельмени. С пельменями история чуть похуже, потому что силикон вытек. Так, первое мы прям вот так вот вынимаем форму. Будем надеяться, что хоть что-то я смогу использовать. Самое печальное то, что вот этот силикон застывший, уже ничего с ним не сделаешь. Никак не используешь. Практически деньги на ветер. Так что вот этот вот текший силикон, ну, просто отстригаю. Вот его можно было на форму использовать, а он вытек почему-то. Ну, почему? Потому что форма, эта опалубка не очень качественная получилась у меня. Жалко, что силикон нельзя как мыло опять расплавить, да, и еще раз переделать. Так, сейчас мы должны извлечь пельмени. Процесс не для слабонервных. Вот так они извлекаются. Я не знаю, получится здесь что-то с пельменями или нет. Потому что я-то надеялась, что вот эта верхняя часть, я буду ее использовать. Здесь вообще продырявилась. Да. Фигня, конечно, полная. Я видела, что заливают, и я заливала огурчики, допустим, да, помидорчики, пельмени я первый раз заливала, ягоды я заливала, вот. Но, наверное, лучше из пластилина что-то. Вот здесь вот дырки, две формы с дырками, сейчас я намою. Так, ну, во втором случае, мне кажется, тут надо выпить кофе и немного успокоиться. Что? Результат: три дырки и две формы. Как они заливаются, не знаю, потому что я-то предполагала, что вот повыше будет форма, вот это вот дело, что вытекло, к сожалению, должно было быть вот так. Так, ошибки. Это неправильное, неверное количество силикона, чуть-чуть мне не хватило, вернее, вот он. Вот, но первоначально я хотела вот такую форму, большую, длинную, вот. Все бы получилось, если бы хотела силикона, это раз. И второе, когда я видела, что силикона не хватало вот на такую форму длинную, я пыталась сделать короткую форму. Но у меня вытекло вот такое количество, практически такое количество силикона вытекло наружу. Из-за того, что я наспех стала делать опалубку плохую.
Так, что попытаюсь сделать? Попытаюсь заклеить какими-то кусочками вот эти вот дыры, три дыры, и термоклеем. Может быть, картон и термоклей, но это, наверное, плохая идея. Клеенку, термоклей. Не знаю, к чему-то надо приклеить, мне кажется, к чему-то, к какому-то пластику даже. И я еще не знаю, как он будет, какую форму давать, да? Но змейка получилась, наверное. Посмотрим змейку. Вот, это, к сожалению, на выброс. Чуть позже залью, и все увидим.